я думаю, если быть честным, честным с партнерами, честным с коллегами, в принципе, честным во всех случаях, хотя иногда это бывает непросто, и делать ну, нормальные, справедливые человеческие поступки, то все будет у нас, у всех с вами хорошо. Спасибо вам, дорогие сотрудники, за то, что вы все это время тоже переносите все сложности, тягости как бы в этот ну, непростой период. Спасибо вам всем. Я думаю, все будет у нас нормально. Я хочу пожелать всем присутствующим здоровья, вам, вашим семьям, а также мира в Украине. У вас будет все хорошо. У вас лично, как у людей и у компании. Ребята, вам повезло, что вы работаете в такой компании. Удачи вам! I wish you know good health and also prosperity of everybody. And also I would like to say Merry Christmas to all of you. Да, и пользуясь случаем, а уже ходит. Да? Ну я переведу все. Okay, спасибо большое. Всем спасибо с Рождеством и с праздником. Виктор предупредил совсем недавно то, что мне придется выйти на сцену, поэтому речь не готовил и немножко волнуюсь. А с Виктором, ну, компанию Technoturk я знаю очень давно, и раньше я знал понаслышке. Ну, то есть слышал, что есть компания в Украине, довольно мощная. Познакомились мы с ним, когда я... Услышал я о компании, когда я работал с Антеллом. После этого, это был где-то в 2002 году, после этого мы познакомились, Виктор, не помнишь, в 2004 или 2005 году, да? Примерно. Вот. Изначально была просто дружба, минимальные какие-то бизнес-отношения, и уже в момент... простых человеческих отношений, ну, Виктор, он вначале подкупил, а я потом просто уже понял, что он на самом деле именно такой. То есть это не оболочка, которая, с которой встречаешься с каждым человеком, а потом что-то всплывает другое, а у Виктора это что снаружи, то есть внутри. То есть он очень честный, он предельно, как бы слово такое сказать, открытый, и можно верить не то, что каждому слову, а можно верить просто выражению лица и выражению глаз его. То есть нету ни копейки, ни тени, у меня никак нету сомнений в том, что то, что он сейчас говорит, то и в дальнейшем будет сделано, и сделано от всей души. И познакомился со многими сотрудниками, которые работают в вашей компании. Вы знаете, ожидания не обманули, потому что как у рыбы есть голова, так и остальная рыба тебя ведет и так далее. И все вы точно такие же, как и Виктор Сергеевич. Ваша компания, она помимо того, что просто лидер на рынке Украины, она еще и очень человечная, и очень тяжело, очень мало таких коллективов я в свою жизнь встречал. Вот, поэтому начал волноваться. Нормально.
с 25. Ну тогда я не буду вас долго отвлекать. Вас с 25-летием, правильно сказал Дмитрий Сокол по поводу того, что 5 лет пролетело мгновенно. Хочу вам пожелать, чтобы следующие 3, 5, 7, 10, 15 лет, с одной стороны, пролетели быстро, а с другой стороны, чтобы вы запомнили каждый день, каждую неделю, каждый месяц, когда вы работаете в этой компании. Потому что это, ну, с моей точки зрения, большое счастье, когда работать в компании в такой хорошей, в таком хорошем коллективе. Все вы молодцы. С вас с 25-летием. И хочу также закончить свое поздравление, как сказал Виктор, тоже и миру на Украине. Это очень важно для нас, для всех. Поздравляю. Бьем за мир, за мирную работу, за мировых ребят. Сегодня среди нас присутствует 14 человек, которые трудятся в компании 20 и более лет. В городе Финице. То есть вот такие магические цифры о компании, в которой вы работаете. Я горжусь, что являюсь акционером вашей, ну, нашей компании, скажем так, да? И хочу пожелать вам всем, конечно, крепкого здоровья, вам, вашим семьям, чтобы работа в компании у вас была долгая, интересная и счастливая. Ну а сейчас один из долгожданных подарков для всех. Более 4 месяцев, а если учесть период подготовки, то практически полгода, длился творческий фотопроект, было создание яркого и красочного журнала компании.
каждое мгновение, каждый час, может, каждую минуту, каждый час в нашей компании происходит какое-то маленькое чудо. Еще не один раз 25 лет мы будем отвечать в этом зале, в других залах, но я думаю, в этом составе, а может быть, гораздо больше. Удачи и процветания! Мы начинаем церемонию вручения наград в номинациях, учрежденных компанией «Техноопторг». Хочется пожелать быть мудрыми, но не безразличными. Стремиться к большему, но не уставать. И всем вам большого счастья. А мы продолжаем раздавать награды, учрежденных торгово-сервисной сетью «Твоя шина». У нас в ближайшие годы цель все забрать под себя. Дальнейшего развития, всего доброго. Ага! Встала конячка! Свято! Гулять будем! Будем свиню різать! І що, що люди добрі виходять? А виходить, що у свинки, от і у вас на столі і сальце, і м'ясце, да? А виходить, що у свинки здоров'ячко було, а от удачі не вистачило. Удачі вам, дорогі друзі, удачі, і ще раз удачі. Вона вам так пригодиться. Этот мастер не нуждается в представлениях, он вызывает улыбку, он вызывает радостное желание слушать и слушать его. Ты погружаешься в волны молодости, вот этого радостного ощущения жизни. Да что там говорить? Владимир Маркин! И с удовольствием вместе с вами, если вы не возражаете, спою песни, которые всем нам хорошо знакомы. Бажаємо вам злагоди і благополуччя, і нехай Бог благословляє вашу родину. Слава Україні! Итак, внимание, внимание, Кузин плюс сотник, плюс группа, плюс прострелы в спине, и плюс, 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 много всего интересного. Поехали! Yeah!
хорошего дня! Ночью, вернее, извините. Прекрасного настроения. И самое главное, завтра всем проснуться без головной боли. Еще раз с праздником, с 25-летием вас. Ура! Объявлен именинный торт корпорации «Синеконтра»!